Да, в общем-то, как бы, ну, здравствуйте, господа. Давненько вы не видели автомобили, да? А по одной простой причине мы как-то хотели на этом деле деньги заработать. Вот. Но не получается у нас. Дилеры молчат. А тем не менее машины мы можем вам показать. По одной замечательной составляющей. Дело в чем заключается. У нас очень большое количество друзей. Так вот, друзья у нас есть везде и всюду. Мы можем вам притащить машину с левобережного автомобильного рынка. В данном случае мы взяли машину с центральной городской ярмарки. Просто взяли машину и все. Вот. На всех остальных рынках мы также договариваемся. Если надо, никаких проблем. Можем вам все что угодно продемонстрировать и объяснить, как эта машина устроена. А в этот раз центральная городская ярмарка нам предоставила замечательный джип. Ну, это не совсем джип, это паркетник, скажем честно. Но хотя кто-то может сказать, что все-таки это близко к джипу находится. Вот. Потому что, что мы вам демонстрируем? Мы вам показываем Kia Sportage. Вот. Не помню, какое поколение. Вот. Но часть этих автомобилей, естественно, продавалась в Америке. А вот там стоит большой двигатель. Здесь маленький двигатель. 2.0, 16 клапанов, 2-литровый двигатель, да, там. Но при большом-большом вашем желании можно на него еще и погонять. Цена автомобиля, кстати, цена автомобиля небольшая, кстати, чтобы вы поняли. Такая машина стоит, ну, по американским рынкам примерно столько она и стоит. $10,000. А, что несчастье-то? Но $10,000 это $500,000. Чуть-чуть с небольшим. С пробегом 83 тысячи километров. Все, что нужно, есть, естественно. Магнитола, кондиционер. Вот. Кстати, вот слева можно выключить систему ESP-шку. Вот. И... Да, я еду, простите. Не на первый. Бывает, что, бывает. У нас к коробке привыкнуть. Вот. Можно ли на таком автомобиле ездить, где вы хотите? Да, можно. По одной простой причине. Эта машина предрасполагает вас к нормальному путешествию. Она работает, и она вам дарит удовольствие. И по сути вы можете делать все, что хотите. На рыбалочку, пожалуйста, за грибочками вперед из песни. Единственный недостаток, который я бы сказал, это черный цвет. Ну почему мы все любим черный цвет? Я как-то уже говорил, что вот черный цвет это не есть хорошо, но тем не менее купил себе черный джип и все остальное. Вот. И черный Мерседес себе купил, 600, естественно. Вот так-то как-то получилось. И поэтому возникают у вас замечательные проблемки. То есть вы не залезете туда, куда Макар телят не гонял. Если вы залезете в... пусты, ваш черный цвет, он, естественно, будет поцарапан. Ну вот. Хороша ли она для вас? Я не знаю. Вы хотите купить автомобиль за 500 тысяч? Да, это есть возможность. То есть сейчас самая главная характеристика. То есть вы можете купить машины бэушные. О! А сейчас я вам расскажу. Дело в чем заключается. Если вы покупаете бэушную машину, то по сути абсолютно без разницы. Вы можете ее восстановить. В некоторых случаях, вот в качестве этого автомобиля, вы можете ее просто купить и продолжать ездить. Я прокатился, никаких проблем я не почувствовал. То есть двигатель нормально работает, подвеска идеальная. По сути, машину продали с небольшим пробегом. Так что, господа, если у вас есть желание, то вы можете к нам обратиться. И цена-то будет не сильно большая, но в любом случае... Мы вам каждую недельку, я постараюсь, если получится. Хотя, видите, у меня там проблемы с домом, милый дом. Вот, туда все, по большей части я общаюсь. И вот люди хотят понять, как им дешево строить. И поэтому дом, милый дом. Для всех остальных, да, это будет автостоп. И да, это будет то, о чем мы вам говорим. И да, благодаря центральной городской ярмарке, вот в данном случае, мы вам показали замечательный сногсшибательский автомобильчик в недорогой цене. $10,000. Ну, практически.